Ребятки, всем привет, с вами Серега, выбрался я сегодня на рыбалочку со спиннингом опять. Попробуем опять половить щучку, может окунь якийсь буде. В общем, как бачите, у нас сегодня ветерец, конечно, слава богу, что не такий, как вчера был, там вообще жесть. Я не знаю, я вчера ездил, пробовал, ну по итогу опять забросил, сделал, короче, оборвался и поехал додому, было вообще нереально было ловить. Так, начался у меня, кстати, день сегодня хорошо. Приплыли сюда эти кустики. Теперь, во-первых, не так будут мешать, во-вторых, я достал приманку, яка там висела, наверное, дня 4-5. Ось. С грузиком, с крючком, причем крючок двойничок селектовский, не помню, как называется, який именно. За все время даже не поржавил. Так что нормально. Будем сейчас начинать. Начнем отсюда. Пока ветер не такой сильный, бо дальше может чуть-чуть больше быть. Прокидаем эту точку, если тут ничего не будет, пойдем дальше туда, по речке походим. Может туда сейчас ходим, я не знаю, подивимся. Сегодня, думаю, надолго, потому что у нас свет отключают и света сейчас нет, так что делать нечего, идем на рыбалку. В общем, ребятки, погнали. Так, ну что, ребятки, будем пробовать ловить. Короче, вспомнил, я еще шовачки не взял, поляризационные свои. А сегодня ярко, солнышко такое. Было бы хорошо видно, но пока солнце в глаза не светит из-за воды, хорошо. А дальше, я думаю, под вечер, может, перейдем на ту сторону, там будем ходить, так что не мешать мне так. Ну, конечно, будет неприятно. Так, начнем с приманки, яка тут на кущах висела. Это Fatfish. От Select 2,4 дюйма в кислоте. Не знаю, кислота может сейчас и не работатиме. Поставим ультрафиолет, если что. Главное, чтобы не выдувало дуже сильно. Опа, был удар сразу, ребятки. Хороший тычок был. С первого заброса. Там я покидал. Рыбка, походу, там есть. Далее, походу, точно там есть. Но, блин, ветер дуже мешает сейчас туда закидывать. Нормально провод вообще сделать не получается. Поэтому идем дальше. Вот тут сейчас уже разочек кинем. Может, пару разочек. Тут тоже уже окунь будет. Тут тоже ветер, блин. Так, ребятки, ну что, иду я, короче, до пляжа, там покидал, нифига так и не было, поставил Fatfish, только на этот раз в ультрафиолете. Сейчас попробуем на пляжику, может щучка какая-то будет мелкая. Не всегда тут стоять обычно, воды, кстати, поменьше, вот, не дивлюсь. Есть.
Я отвалился. Ну, первая рыба на сегодня. Еле клюнула, короче, такая. Так. Позапутывала в них все, что можно. Особо даже не упиралась, только вначале это трошки. Подрыгалась что-то. И все. Так, ну я знал, что тут что-то будет. Все-таки. На пляже мелочь всегда стоит. Так что, ребятки, на любом пляже, на каком бы... На какой бы речке вы не ловили, надо всегда пробовать. Потому что там песочек и там рыбка держится всегда. Да не вымазай же ты, ну. Блин. Дурная щурятка якась попалась. В воде так не этот. Блин, да тихо ты будь, ну. Мега щука. Так, ну що, щучку ми опускаємо. Давай. Опа, блин, чуть не впав. Біжи. По папу, по маму. Все, став под берегом. Замаскировався. Блин. Руки, кстати, холодно мить. Так-то. Сегодня вроде бы и солнечко, но я не знаю. Холодно, конечно. Ребятки, вертушечка. Вертушка Savage Gear. И сработала, клюнув акушару такий. Уже под конец выскочили даже. Не ожидал, что сейчас будет. Но я кинув туда, там как раз мелочь разбеглась. Цепим и отпустим. Как видите, ребятки, вертушечки еще работают. Сейчас, может, еще... Может, и
він там не один був. Ну, кстати, люлюс піявок на ньому немає, так що активний. Опа. Такий круглий, блін. Знімой би такі ловились. Давай, біжи, зави щуку. Здорову желательно. Все, утікай. Окуню, блін, так хорошо, вони хоча б не так руки вимазують, не такі скользкі. Ще якщо щука, то це ж капець. Вертушку ми далеко хавати не будемо. Я дивлюся, вона тут, в принципі, повинна працювати. Так, одного тим більше я поймав вже на неї окуня. Ще надіюсь, у мене тут є з грузиком одразу. Так, да, є з 4-грамовим грузиком. Точніше, є грузик, а от... А, і з крючком якраз є. Даже интересно, буду я сейчас или нет. С 4 грамма поставим, попробуем пару забросим буквально сделать. И если ничего не будет, то значит пойдем дальше. Все-таки есть, тут стоит еще. Давай фоточку сделаем, чтобы... Блин, наверное, побитый якийсь, так как его кто-то кусил. Бережком уже клюнув. Так що, ребятки, сексі шримп работає, другий заброс і є окунь. Що, ребятки, ось така рибалочка у нас сьогодні вийшла. Скоріше всього, я зроблю це відео із двох рибалок якихось, мабуть. То що не особо хорошо поймали. Ну, все-таки два окуня було. І щучка одна була, я думаю, непогано. Так що, ребят, кому понравилось відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, нажати на колокольчик. Можете ще комент нам написати якийсь. Ну і всім до скорих зустріч, всім пока!